Представляем сегодня портативную радиостанцию Alinka DJ A41 и она же Alinka DJ A11 для диапазона 136-174. A41 это диапазон 400-470 МГц. В нем, естественно, могут запрограммированы быть и любительские безлицензионные каналы LPG и PMR. Расскажу о комплектации. Значит, в комплект поставки входит антенна портативная. Далее идет аккумуляторная батарея литий-ионного типа емкостью 1500 мАч стандартно. То есть она обладает возможностью быстрой зарядки и отсутствует у нее эффект памяти. Дальше в комплекте также поставляется настольное зарядное устройство, ремешок на руку, инструкция пользователя и сетевой адаптер для питания от сети 220 вольт. Настольное зарядное устройство хорошо тем, что питание у него подается от 12 до 15 вольт постоянка. Соответственно, можно подключить к данному разъему просто автомобильный прикуриватель и заряжать аккумулятор либо радиостанцию уже от бортовой сети автомобиля. Так, клипса крепления аккумулятора, ну или защелка аккумулятора, достаточно надежна, то есть с длительной эксплуатацией, я думаю, проблем никакой не будет. Сейчас я соберу станцию и продемонстрирую назначение ее функциональных кнопок. То есть радиостанция 128-канальная, выбирается ручкой один из 16 запрограммированных каналов, и банк памяти выбирается, я тоже расскажу, каким образом. Это ручка регулировки громкости, и она же включение питания. Сверху, значит, расположена аварийная кнопка, и она же активирует коротким нажатием светодиодный фонарь. С левой стороны расположена кнопка передачи и две функциональные кнопки. На эти данные функциональные кнопки можно повесить до 4 функций из 19 возможных. То есть одна функция срабатывает на короткое нажатие, вторая функция на длинное нажатие. С правой стороны радиостанции расположен аксессуарный разъем. С помощью него, вот с помощью нижнего контакта, она программируется. В два контакта подключаются различные аудиогарнитуры. Производство, допустим, либо Alinka родных, либо айкомовские тоже подходят. Ну, желательно, конечно, чтобы был угловой разъем, чтобы уходил провод вверх, а не вбок. Так будет удобней. Теперь я включу радиостанцию и продемонстрирую, какие функции мы в данный момент запрограммировали на этом экземпляре. То есть короткое нажатие вызывает включение фонаря светодиодного. Фонарь достаточно яркий, то есть в темное время суток он может помочь работе. Длительное нажатие сейчас включит систему сигнализации. Система сигнализации, она работает не только в помещении, где была нажата кнопка, но и передает данный сигнал либо на том канале, который установлен, либо можно передать на любом запрограммированном канале, то есть задать это все можно программно. Дальше, полезная функция, напоминание о заряде батареи, то есть мы сейчас на верхнюю кнопку на короткое нажатие повесили функцию заряд батареи. Вот, то есть сообщение голосовое идет о степени заряда, то есть на втором уровне находится. То есть чем ниже, тем заряд будет меньше. Дальше длительное нажатие кнопки верхней вызывает уведомление о уровне мощности. Получается, либо можно на какую-то из кнопок повесить выбор мощности, либо заранее запрограммировать на канале большую и малую мощность. Там три выбирается возможных варианта: 0,5 ватта, 2 ватта, либо полная мощность 5 ватт. Далее, значит, на нижнюю кнопку мы запрограммировали отключение шумоподавителя. А длительное нажатие, одна тоже из
фактически уникальных функций. То есть длительное нажатие позволит нам выбирать уровень шумоподавителя. То есть вот я нажимаю, уровень шумоподавителя равен 5. То есть чем больше нажатий я делаю, тем уровень шумоподавителя повышается. Вот, Zero полностью был отключен шумоподавитель. Сейчас еще мы продемонстрируем две таких важных функции в данной радиостанции встроенных, как функция шепота для передачи какой-то голосовой информации в скрытом режиме. Допустим, охрана, служба охраны в магазине, либо еще где-то на каком-то объекте, где нужно скрыть передачу информации, ну или не показывать, просто можно включить режим шепота, ну или заранее на каком-то канале запрограммировать. И переключившись на этот канал, станция принимает шепот и усиливает его до нормального распознавания. Сейчас вот мы включим на пятом канале, у нас запрограммирован режим шепота, и попытаемся поговорить, чтобы вы услышали, как это все усиливается. И потом я продемонстрирую еще функцию шифрации переговоров. Здесь в эту станцию встроен инверсионный скрэмблер. Я на шестом канале продемонстрирую, как это все будет работать. То есть вот мы вторую такую же станцию включаем. Включаем на пятый канал и демонстрируем режим шепота. То есть четкость речи у данной станции находится очень на высоком уровне. Динамик тоже один из лидеров по громкости, потому что внутри встроен динамик мощностью 1 Вт. И в проведенных тестах данная радиостанция показывает уровень громкости даже выше, чем у Hytera TC-508, например, или у Motorola GP-340 профессиональной станции.